Михаил, как стать харизматичным и интересным человеком? Михаил, как стать харизматичным и интересным человеком? Классный вопрос. Начну со второй части. Как стать интересным человеком? Смотрите, интересный человек, интерес, корень интерес. Друзья, я изучал эту тему. Знаете, что я выяснил? Самые интересные люди, знаете кто? Это те люди, которые чем-то интересуются. Интересные люди – это которые имеют цель жизни. Интересные люди, которые имеют интерес. Они очень чем-то увлечены. Друзья, люди могут быть разные. Один может быть сильным спортсменом, другой может быть ботаником в очках. Но и тот интересный. Что у них общего? Это дрыщ в очках, а этот накачанный спортсмен, да, с кубиками, с бицепсами. У них есть все общее. Этот чем-то очень сильно увлечен. И этот очень сильно увлечен. У них есть интерес, у них есть цель. Они куда-то идут, у них есть стратегия. Почему он интересен, этот человек? У него глаза горят. А почему у него глаза горят? Он куда-то идет. Он видит себя через год, через 5, через 10 лет где-то и кем-то. Он чем-то горит, он чем-то увлечен, он чем-то интересуется. Он чувствует радостные желания. Давайте мы скажем: Творец, помоги мне и научи меня чувствовать радостные желания каждый день. А неинтересный человек. Почему он неинтересный? Ничем не интересуется, не ждет ничего хорошего от этой жизни. Мир для него враждебен. В будущем ничего приятного для себя не ожидает. Никуда не стремится. Живет по кругу. Дом, работа, вечер, пятницу пиво, дом, работа, вечер, пятницу пиво. По кругу с потухшим взглядом. Неинтересный. Поэтому, друзья, если ты чувствуешь, что ты перестал быть интересным, это значит, ты перестал чем-то интересоваться. Ты потерял свои увлечения. И нужно заинтересоваться и увлечься. Вновь ощущать эти радостные желания. Вновь ощущать эти цели, эти видения. Слушайте, друзья, когда у тебя есть видение, когда у тебя есть цель, когда у тебя есть интерес, когда у тебя есть радостное желание, они дают энергию, они дают блеск в глазах. И мы говорим, это интересный человек. Он может быть некрасивый, но он интересный. А другой красивый, а он неинтересный. Почему неинтересный? Нет энергии, нет блеска в глазах, как живой труп ходит. Все, нету этого света божественного. Эта энергия приходит от увлеченности. Эта энергия приходит от радостных желаний, от целей. Понимаете? Вот что значит быть интересным. И как стать интересным? А что значит стать харизматичным человеком? Говорят, харизматичный человек. Друзья, харизма – это греческое слово. Переводится как «божий дар» или «божественная искра». Харизматичный человек – это одарованный человек. Это человек, в котором божественная искра есть, и в нем раскрыта яркая индивидуальность. Харизматичный человек, который раскрыл свою индивидуальность ярко. Харизматичный человек, который раскрыл свой божественный потенциал. Он раскрыл его миру, и он смело проявляется. Друзья, сейчас секрет. Нам почему-то вдалбливают так по умолчанию, что есть особенные харизматичные люди, а остальные просто серая масса. Это ложь. Мы все дети Бога. Друзья, божественная искра спит в каждом из нас. Божественный дар спрятан в каждой из нас. Но оно спрятано за нашим воспитанием советским. Это спрятано за шаблонами. Это спрятано под плитами неуверенности, под слоями страхов проявляться. И большинство людей за свою жизнь так и не успевают это достать, раскрыть и проявиться. Потому что воспитание и общество заблокировало эту божественную искру, заблокировало эту яркую индивидуальность в нас, дорогие. Чтобы быть харизматичным человеком, нужно раскрыть свою индивидуальность и потенциал, и способности, и не бояться смело проявляться. Друзья, раскрыть свою божественную природу.
Вы знаете, вот многие ученики в нашей школе свидетельствуют, они говорят, когда я пришла в школу, я стала себя больше любить, я стала себя больше ценить, я стала увереннее, и у меня ушел страх от мнения людей. Мне уже не хочется подстраиваться под людей. И я могу смело проявляться, я могу смело выражать свое мнение. Друзья, это как раз пробуждение харизмы, божественной искры. Я задам вам вопрос. Вы видели когда-нибудь харизматичного человека, который переживает, а что люди про меня подумают? Бывают харизматичные люди, которые переживают, что за меня люди подумают? Нет. А вы когда-нибудь видели харизматичный человек? Ой, мне надо подстроиться, чтобы никого не обидеть, чтобы всем понравиться. Вы видели такое? Нет. Друзья, когда мы осознаем свою божественную природу, когда мы осознаем, что Бог в нас, а мы в Нем, Бог есть все, Бог в нас, а Он есть все, мы перестаем считать себя маленькими, а других большими. Мы знаем, что все люди равны, все дети Бога. И мы перестаем относиться к себе с заниженной самооценкой, начинаем оценивать себя по достоинству, начинаем раскрывать свой потенциал, начинаем смело проявляться. И я могу сказать, что в школе это вообще сильно проявляется, но я вам скажу больше. Даже те, кто в школу не пойдет, если вы будете смотреть мои вебинары, если вы пересмотрите все мои вебинары по 7 раз, все вебинары и все медитации по 7 раз, вы станете очень смелые, вы станете более проявленные, и вы станете харизматичными людьми, потому что это божественно будет прорастать в вас. Божественная искра будет проявляться в вас.